Привет всем. Привет. Сейчас мы идем в Магнит. Мы там, короче, погуляем. И... Что дальше? Короче, просто погуляем. Тут так много машин и лужи. А говорили, что сегодня будет очень холодно и гололед будет. Да. И все будут падать. Но на самом деле его нет. Правда, Айгуль? Да. Это Айгуль, кстати. Да. Это первый влог. Ну и хрена себе. Ладно. Я экстремалка. Вообще. Короче, да. Вот мы подошли к входу. Потом запишем еще что-нибудь. Итак, короче, я купила себе 3 лака. Вот они. Да. Сейчас мы идем. Куда мы идем? Я расстегнулась. Мне жарко. Куда мы идем, Айгуль? Она куда-то туда показывает. Куда мы идем? В дома. Куда? Погромче. В дома. Куда? В дома. В дома. А еще мы хотим заглянуть в ортопедический салон. Мы, да? Ты. Да. Я хочу себе инвалидное кресло. Я, конечно, не знаю, зачем оно мне, но оно прикольное. Да? Я буду дома ездить на нем, потому что мне лень ходить. Да, все, мы идем в дом. Итак, мы идем сейчас в ДНС. Который закрыт. Нет, я сняла шапку мне, потому что жарко, пипец, блин. Что это? Спасибо, Айгуль. Короче, идем в ДНС, потом, наверное, на улицу, потому что мне безумно жарко. Да, опять тут открыто, да. Конечно, и там тоже открыто, конечно. Что ты делаешь? Я не знаю. Куда? Нет. Что, он закрыт? Да. Блин. А еще мы заходили. Упали, пути. Пошли вы, жоп. Еще мы заходили в дом, вот, и там играла классная песенка. Опять не спускаемся до этого гребаного эскалатора. Все, включай. Итак, я иду домой. Айгу надо было срочно поехать в гости. Вот поэтому мне пришлось пойти домой. Я уже почти что возле дома, точнее вот мой дом. В первом подъезде, короче, я живу. Вот. Тут много людей, поэтому снимаю ноги. На улице весна. Правда, солнышка нету. И пасмурно. Фак, я устала. Я уже около 4-го подъезда. Сейчас будет 3-й, 2-й и мой 1-й. Сейчас я приду домой и сразу же постараюсь выложить видео. Ну, в смысле, обработать и выложить. Это мой 1-й влог. Да, поэтому 1-е видео на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. 2-й подъезд. И сейчас я буду уже заходить. Открывай.
сама. Как хорошо, конечно, меня видно. Ну ладно. Так что вот, я постараюсь сейчас выложить видео. Увидимся скоро. Пока.